Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем нашу конференцию. И ролик, который вы посмотрели, это один из роликов, которые были присланы на наш конкурс, новогодний конкурс «История успеха». Мы сейчас к нему вернемся, но согласитесь, очень сильный ролик, сильные цели у Сергея. Очень впечатляют и его достижения, и его такая вот и целеустремленность, и самое главное, твердая уверенность в том, что все у него будет хорошо. Так что да, это приятные ролики, ролики, которые присылают наши партнеры. Ну, а мы пока продолжаем, двигаемся по нашей конференции. Я также поздравляю всех с наступившим Новым годом, годом нашего большого прорыва. У нас, как вы помните, в последние дни декабря мы количество установок Google Play превысило 10 миллионов. Общее количество установок приближается уже к 11 миллионам. Но счетчик на Google Play пока не перещелкнулся. Конечно, это связано с тем, что были вот эти вот длинные-длинные праздники везде. И на Google, видимо, тоже празднуют. Но эта неделя у нас, ну, для большинства мира рабочая. Поэтому мы уверены, что на этой неделе он с 5 миллионов перещелкнется на 10 миллионов, это, конечно же, будет тоже очень приятное событие, потому что это будет, во-первых, приятно показывать, во-вторых, те люди, которые будут заходить что-то слышать о Jam4Me и будут заходить смотреть, а что это такое, будут видеть 10 миллионов скачавших уже это приложение людей, клиентов, и будут понимать, что оно стоит того, чтобы его установить себе на свои гаджеты. Напоминаю вам расписание конференции. Мы второй месяц проводим его по новой системе, и сегодня у нас такая общеновостная конференция. В следующий понедельник мы проведем презентацию бизнеса, а два следующих понедельника, 20 и 27 января, будут посвящены, в общем-то, брифингам. То есть 20-го брифинг от Совета директоров, на который мы, конечно же, ждем заранее ваши вопросы. Пока еще две недели осталось, но вопросы можно уже присылать. И 27-го выступят наши разработчики, маркетологи. Ну, юристы, наверное, не будут выступать, потому что они только-только, очень подробно Дмитрий Назаров в конце декабря отвечал на все вопросы. Вряд ли новые вопросы накопились. Но, значит, вопросы для разработчиков и маркетологов вы также можете готовить, заранее высылать, мы все их фиксируем, все потом показываем вам на конференции и обязательно подробно рассказываем вам. Ну а следующий понедельник приглашайте как можно больше ваших знакомых, мы проводим такую общую презентацию бизнеса, рассказываем о том, что мы сделали, рассказываем видение проекта на ближайшее время и, соответственно, наши планы, наши перспективы. Будет очень интересно, будет очень увлекательно. Поэтому ждем вас в следующий понедельник. Значит, прошедшая неделя, несмотря на вот такие праздничные дни, но она включала, правда, 30 и 31 декабря, и потом время до 5 января, она показала хорошие доходы. Вы видите, более 1000, более 2000 евро, более 4000 евро 8 партнеров получили из 5 разных стран. И более 8 тысяч евро получили 5 партнеров из 4 стран. И, кстати, обратите внимание на количество вот этих вот отметок, звездочек о рекордных доходах в Индонезии, то есть ту страну, которую мы считали, что там долгое время, там 2 года, наверное, подряд приходили только сведения о покупке паков Гоу и изредка паков Биз. Сегодня оттуда приходят новости о покупке паков Инвест, Суперинвест, Мега и Гигапаков. Кстати, вот на этой неделе готовится первый гигапак в Индонезии. Так что недаром мы о ней сейчас говорим, недаром мы с ней, как и с Японией, связываем наши большие надежды в продвижении. И мы поздравляем нашего партнера, который за прошлую неделю получил доход более 10 тысяч евро, 10,5 тысяч евро. Я думаю, у него это хороший подарок. Он сделал себе вот в эти вот первые новогодние дни. Очень хорошо начал год 2020. И я от всей души желаю вам также с такими же доходами продолжать движение по вот этому наступившему году, симметричному году 2020. Ну и теперь вот к нашим конкурсам. Они у нас на этой неделе завершаются. Мы планировали завершить их 5 января, но судя по тому, что есть праздничные дни, судя по тому, что поток видео, истории, фотографии только увеличивается у нас, мы решили продлить их еще на одну неделю до 12 января.
и уже с 13 января еще подводить итоги. Повторюсь тем, что у нас это конкурс видео, конкурс «История успеха», может быть, в виде вашего видео, желательно, не более одной минуты. Видео Сергея вы видели. Еще увидите два замечательных совершенно ролика из тех, которые прислали нам в это. И призываю вас вот эту неделю, которая, может быть, будет не полностью рабочая, будет Рождество, также потратить на то, чтобы подготовить видеоисторию, либо историю успеха в текстовом виде, тоже желательно очень небольшие. Сейчас посмотрим примеры вот этих историй, замечательных историй, которые прислали наши партнеры для участия в этом конкурсе. Посмотрите, вот она того стоит, да, история, которую прислала Гарина Антуфьева, то есть история наших партнеров из поселка, в котором всего 2000 населения, которые находятся далеко и от Москвы, и от любого другого города. Мы обычная семья, пишет Галина, каких много. Я расскажу о тех чудесах, которые произошли с нами за последнее время. Много лет назад на берегу лесного озера муж построил избу, и у нас появилась мечта встретить там Новый год. Можете представить, в дикой тайге гирлянды на елках, фейерверки в темном небе. Это просто сказка, но мы не могли себе этого позволить. Муж любит говорить, мысль материальна. И вот случилось первое чудо. Крутой снегоход, самые красивые гирлянды, фейерверки, самое лучшее шампанское. Что же произошло, спросите вы? Мы стали инвесторами GEMFUME. И благодаря упорству, настойчивости и интуиции моего мужа мы добились успеха. А так как это семейный бизнес, то мы друг от друга не отстаем, и у нас у каждого уже ККА-5. В декабре 2017 года мы пережили эмоции детства, когда от восторга можно прыгать, кричать и не оглядываться на то, что ты уже солидный человек. Итак, первая неделя лотерейной, первая неделя новогодней лотереи, ура, я выиграл iPhone 10. Вторая неделя розыгрыша, крутится барабан, Германия, Калининград, Вологда, и вдруг муж говорит, а сейчас мы, и муж выигрывает iPad. И вы думаете, восторг на этом закончился? Вы не угадали. В апреле в розыгрыше весенней лотереи муж вновь выигрывает iPad. Разве это не сказка? Благодаря GEMFUME мы поверили в чудо, а это значит, что мы можем мечтать и быть уверенными, что наши мечты обязательно сбудутся. Огромное спасибо, Галин, за эту теплую историю из далекого Сибирска, видимо, в тайге, раз тайга, значит, сибирского города. Желаем вам больших успехов и больших достижений. Еще один конкурс в истории успеха прислала Галина Бащеван. Очень многие из вас знают этого лидера, давно знают и виделись на наших корпоративных каникулах с Галиной. Очень яркая женщина. Вот, рассказывает о том, о своей истории и пишет, что Галина, что моя история GEMFUME подобна квантовому переходу. Очень качественно расширился мой кругозор, и мне открылся новый мир. Любознательность, интуиция и предчувствие интереснейшего всколыхнуло всю энергию во мне, и я стала изучать информацию о проекте. Благодаря четкому перспективному плану развития GEMFUME сомнений не осталось. Наша компания – это единый организм прекрасный, физической форме. Мы взяли за работу сразу команды, а работать в режиме 24/7 – это мы умеем. Мы поняли, что GEMFUME – это наш жизненный шанс. Видение перспектив сформировалось практически сразу благодаря ведущим и мудрым лидерам компании. Лидеры-первопроходцы – это героические ребята. К моменту начала нашей работы уже заложили прочный фундамент, на котором можно смело и решительно строить партнерский бизнес. GEMFUME подарил успех мне и всем партнерам, которые о нем мечтают и хотят расти профессионально и духовно. GEMFUME стимулирует нас к достижению целей и к достижению внутреннего баланса на этом пути. На пути к успеху важно все. И просто словами не оценить плечо друга в сложную минуту, когда партнеры помогают друг другу через наш благотворительный фонд «Поможем всем мирам». В трудную минуту мою семью согрели заботой и реальной материальной помощью. Мы всем сердцем благодарим партнеров за чуткость души и милосердие. Успех – это наша семья партнеров GEMFUME, а мой личный успех – это наша семейная команда. С Павлом Даник мы создали семейный бизнес, семейный капитал и помогаем создавать ему каждому, кто принимает приглашение присоединиться к нашей команде. Когда есть 100% поддержка семьи, то бизнес делать легко и радостно.
Согласитесь, классная история от Галины Бащеван. И мы знаем, вот по своей статистике, я точно вижу, что вот из Чехии, из очень достаточно небольшой европейской страны, у нас идут вот большое количество партнеров, большое количество инвестиций. И это именно успех такой организации командной работы. Ну и интересные покажу очень фотографии с нашего новогоднего фотоконкурса. Мы тоже его продлили еще вот на неделю, до конца этой недели, 12 января. Присылайте свои работы. Работы должны быть связаны с вашими домашними питомцами и с символикой GM4Me. Тогда они попадут в шорт-лист, и вы будете за них голосовать. Условия конкурса вы, в общем-то, знаете. Хотел просто показать вот тут следующие. 4 слайда будут вот эти вот замечательные фотоработы, которые прислали уже наши партнеры. И я думаю, что вы с радостью посмотрите на эту пару фотографий. Вот на эти фотографии замечательные с котиками. Вот фотографии, опять-таки, с котом и собаками. И вот заключительные, это, ну, то, что мы отобрали для показа вам, а также фотографии для... Присланы на новогодний конкурс. До 12 января мы ждем также и ваши фотографии. Мой код на фото пишет Александр Афанасьев. Ну и заключительная часть моего выступления, она посвящена промоушенам. Вы знаете, промоушены очень эффективно отработали, и наши партнеры сетовали на то, что не всегда работали банки, точнее, большей частью, особенно в России, на Украине, не работали банки в эти дни, и только с 8-го они начинают по-настоящему, начинается первый рабочий день, поэтому мы, посоветовавшись с нашими топ-лидерами, приняли решение все-таки дать эту возможность полноценных доходов от этих промоушенов получить в эти вот дни до 13 января включительно, и поэтому можно пролистать вот эти слайды, вы их все знаете, все промоушены наши действующие продлены, и удвой КК, и купи суперпак, и, естественно, мега и гигапаки, которые у нас пошли по осой, несмотря на Новый год. Все эти промоушены мы продлеваем до понедельника, 13 января. Я желаю вам огромных успехов в этом продвижении, в этом действии, которое у нас сейчас происходит. И передаю микрофон члену Совета директоров Наталье Борисовне Аршавской. Но вначале еще один ролик перед ее выступлением, еще один ролик из тех, которые были присланы на наш новогодний конкурс «История успеха». Спасибо, друзья, за внимание. До ближайших встреч.